прикол. Реально, походу, в оффлейн на жетоны находят игру чаще, чем на, типа, других позициях. Это что, приколям было? Без промедления. Что там иллюзиями? Пойдем рун тогда отожмем. Бля, я ему не завидую, конечно. Это иллюзии моментально отлетают. Он сам взял против легионки нагу. Жестко раков долбим. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Иллюзии такие сразу выехали. Ура, можно выпустить иллюзии. Блин, ну это, конечно, да. Не знаю, мне кажется, ему лучше было бы уже в лес съебаться. Куда, блядь, профитнее. Я уже представляю, какой там лютый срач. На тему того, что ты гнида, нет, это ты гнида, нет, это ты гнида, нет, это ты гнида, нет, все-таки ты гнида. Пизда, 8-й левел Хускар. Блять, ну спасибо, братан. Ладно, ладно. Wake up, you stupid nigga! Wake up! Stop fighting with fucking IP, dumb fat! Че за хуйня? Это че за ще было, блять? Из-за того, что эта хуйня так типа быстро бьет, у меня пассивка пиздец прохала. Сюда, бабки. Очередняра. Короче, мне надо делать ШБ и находить всяких хускаров и трахать их. Короче. Интересно, есть там вижен? Пум. Да, вижен есть. Как жаль, как жаль. Блять, этот хускар просто, конечно... Гений, блядь, игры. Просто отдал Рошина. Пиздец. Или ванул. Ебать. На YouTube залью катку с названием «Вирсута заставил ливнуть своего противника». Пиздец. Он думал, что я его не успею убить. Чё-то... Это обучающий контент, чат.